друзья, сегодня вашему вниманию мы представляем специальный выпуск, посвященный первым президентским выборам школы. За пост президента школы боролись следующие кандидаты: Анатолий Базаев, ученик 10 класса, Евгений Филиппов, ученик 10 класса, Богачев Артем, ученик 9 А класса, Геннадий Зырянов, ученик 10 класса. 9 декабря на пресс-конференции все эти кандидаты представили свои программы, которые вы увидите в следующем видео. Я Зырянов Геннадий Дмитриевич, ученик 10 класса. Баллотируюсь в президенты нашей школы не для того, чтобы зазвездиться или там что-то сделать, как многие говорят. Я это сам слышал. Потому что я хочу помочь нашей школе успешно развиваться и стать ей более интересной для наших учеников. Как известно, президент является связывающим звеном между учениками и руководством школы. И представляет идеи, проекты, защищает мнение учеников и так далее. Да, я полностью с этим согласен. И буду делать все возможное, чтобы каждый день справляться с этими нелегкими задачами. У меня есть множество идей, задумок, которые помогут хоть как-то разнообразить нашу школьную привычную жизнь. Считаю, что школьная жизнь должна строиться на основе ценностей прав человека. Моя цель — показать, чем неорганизованная группа людей отличается от коллектива, члены которого связаны друг с другом товарищескими отношениями, отношениями делового сотрудничества, взаимной помощи и доброжелательности. В развитии таких отношений играет важную роль школьное самоуправление. Итак, моя программа включает в себя развитие и решение следующих направлений и задач. Что касаемо достаточно обширного направления, это учебное. Участие во всероссийских внешкольных конкурсах. Это те же самые олимпиады и так далее. Расширение направления внеклассных занятий кружков в школе. То есть те самые дополнительные уроки. Внести креативные идеи в тематику классных часов. Здоровый образ жизни, готовка к труду и обороне. Привлечение большего коллектива ребят для участия в общегородских спортивных соревнованиях. Следующее направление — культурное. Расширение культурной жизни школы. Это поездки, походы, экскурсии, тематические вечера с современной программой. Санкции против нецензурной лексики, неприемлемого поведения и обращения с окружающими. Что из этого последует, это вызов родителей в школу на собеседование. Взаимоотношения между учениками младшей и старшей школы. Я имею в виду уважение. То есть, как я заметил, между старшей и младшей школой уважение как-то отсутствует. Может быть, я не прав? Может быть, и прав. Это ваше решение. Обновление школьной символики. Ну, наша школа называется ГГУЦО, да? Но что он из себя представляет? Никакого флага, не знаю, почему нет. Непонятно. Я вот как бы предлагаю это. Что касаемо социального направления. Определение рейтинга учителей на основании мнения учеников, а также их родителей, ну, если их, конечно, получится проголосовать. Благоустройство территории школы. Я не в том смысле финансовой части благоустройства, в том, что просто поддерживать чистоту нашей школы. Создание эффективного совета школы. Популяризация здорового образа жизни. Возможность мнения каждого ученика. И, конечно же, проведение общешкольных референдумов, как мой одноклассник сказал, по доверии президента. В общем-то, это интересный референдум. Набор учащихся в актив школу с учетом их достижений. Мы будем отбирать из каждого класса по 2-3 ученика, в зависимости, сколько вообще будет учеников в классе, тех, которые достаточно продвинуто работают над собой, которые достигают каких-либо целей и учатся на 4-5, соответственно. Участие учеников в общественной жизни города, то есть это участие в праздниках, и в шествиях, и так далее. И последнее, что я хотел сказать, это создание почтового ящика, активы школы, то есть анонимные письма, предложения, замечания и тому подобное. Но все мои программы строятся на таком простом термине, как культура двигатель прогресса. В нашей нынешней жизни прекратилось развитие немножко культурной жизни в целом. Раньше, может быть, в древние, а может, не очень древние, когда не было столько благ, люди посвящали свою жизнь созданию фундаментальных основ человеческого понимания. Это сострадание, доброта, взаимопомощь. Конечно же, были не согласны тогда. Всем нам хорошо известно, что монархия не принимала эти права. И удивительно то, с каким рвением они шли к этому, несмотря на то, что многие из них были впоследствии наказаны, расстреляны, изгнаны. В наше же время, когда, кажется,
Ну все, для того, чтобы можно было вытворить, и права человека возведены высшую ценность, в Ане еще чаще нарушаются, и прекратилось это развитие культурное и человеческое, и даже пошло обратно, деградизм человеческий. В чем это связывается? Ну, во всяком случае, это в том, что мы не ценим больше то, что было создано трудом многих других людей. Известный факт, например, что Бальзак работал по 16 часов. 16 часов он работал, не разгибая спины. Не говоря о том, сколько он писал, в принципе. Но мы сейчас не ценим. Мы не ценим Льва Толстого, недавно вот его роман читается, хотя Лев Толстой признан самым великим мастером прозы во всем мире, даже в Америке его читают. А романы «Война и мир» тоже признан самой великой книгой. Россия является гнездом, можно сказать, духовности, до сих пор можно сказать, духовности и высшей культурности, так как ни в одной литературной традиции нет того, чего есть у нас. Это, конечно, зависть. И эта зависть распространяется и на наши размеры, и на наши ресурсы. Но, как сказал, завидуют не страны, а завидуют правители. И Виктор Гюго очень хорошо сказал, что когда народ работает, власть вооружается. И воюют-то не народы, воюют-то как раз государства. Политика полностью вытекает из того, какой человек ее делает. Если человек ее делает культурный и ценящий не только права своего государства, как, например, это было в националистической Германии во времен Гитлера и фашистской Италии, когда итальянцы могли все, а другие приезжие были притеснены в правах, вплоть до рабов. Когда диалог правителя идет не на то, что выгодно именно бюджету государства, а что выгодно именно народам этого государства, этих государств. Что выгодно, когда политика строится не на то, что выгодно государству, а народу, тогда и нет возмущений. Очень многие сейчас как раз начали возмущаться в том, что цены растут. Да, возможно, хотя, кажется, и газ-то мы продаем, и нефть-то мы качаем в Европе. Кажется, куда все эти деньги деваются. Другой вопрос, многие возмущаются из-за помощи Украине, из-за которой как раз и началось все это. Ну что же тут сказать, тут, если смотреть, действительно людей жалко. Национализм сам по себе – это восхваление нации. Одной, например, славян или арийцев. Но в Италии это даже нельзя назвать не фашизмом, националистом, не национализмом, потому что они воздвигают культ Гитлера, а Гитлер был ненавистник европейских государств и народов, считавший, что они отстали от цивилизации. Фашизм имеет место быть, но он должен быть именно основываться на ценности государства, того, в котором он развивается, как это было сделано в Германии или в Италии. Основной моя программа будет внедрение культуры в школу. То есть по радио будет транслироваться музыка. Но музыка, может быть, для вас незнакомая и новая. Таких писателей, поэтов, достаточно крупных, например, Акуджава. А Булат Акуджава, он, конечно, очень великий. И он творил вместе с Высоцким. Тоже будут транслироваться. Будут устраиваться вечера памяти, например, Толстого, Есенина и многих других писателей, менее известных, к сожалению, в нашем литературном мире. Потому что нельзя, как говорится, все включить. Например, Глеб Успенский, который забыт почему-то. Будут устраиваться конкурсы, викторины. Также будут, как и в программе Гены, олимпиады, путешествия. Простой буду простым языком говорить. Ну, начнем с такой шуточной, так сказать, отступления. Александр Григорьевич Лукашенко как-то сказал, кто пьет, лучше за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду. Ну,
нас в России принято так, что любое начинание у нас идет со слов. А давайте. Ну что, если не давайте попробуем. Так же и с нашими выборами получилось. Предложила нам Юлия Анатольевна. Но мы согласились. В течение полутора месяца мы вели между собой, между кандидатами, так сказать, холодную войну. Спорили постоянно. Что-то делали. Честно говоря, мне было все равно, выиграли или нет. Ведь главное, это не победа, а участие. Конечно, моя политика и направление отличаются от политики, вот, которые озвучили уже. Хотелось бы озвучить основные направления. Это такие, как патриотическое воспитание учеников. Пресекать любые нарушения на начальных стадиях. Профилактические беседы с нарушителями. Различные конкурсы и соревнования, такие как конкурс чтецов, различные веселые старты и многое другое. Беседы с учащимися о здоровом образе жизни. Беседы о вреде наркотиков, алкоголя и курения. Ведь каждый вот из этих трех перечисленных проблем — это же чума 21 века. Также хотелось бы расширять волонтерское движение. Различные экскурсии в музеи, театры. И, конечно же, школа — наш второй дом, мы должны оберегать ее и держать в порядке нашу школу. Вот такие вот основные направления моей политики. Да, как я уже подметил, все это отличается от чужих. Но моя политика направлена больше на учащихся и их воспитание. На воспитание в них личности, нравственной, наверное. Я стараюсь сделать обучение для них более интересным, познавательным, оградить их от опасности, научить отвечать за свои поступки. Ведь за любым поступком следуют свои последствия. Вы уж простите, что в моем выступлении много демагогии. Ну, так уж, ничего не попишешь, я люблю порассуждать. И все ведь зависит от вас, избирателей. Кого выберете, тот и выиграет. Тот и будет президентом. И, честно говоря, тут уже выиграет не сильнейший, а тот, кто более убедителен. И закончу свое выступление хотя бы фразой, когда-то сказанной Авраамом Линкольном. Почти все мужчины могут выстоять невзгоды, но если вы хотите проверить характер человека, дайте ему власть. Я вас приветствую в зале здесь. Я не считаю нужным представляться, потому что вы и так видели меня и видели, как меня зовут. Но я хочу сказать одно. Школа – это наш большой дом, как сказал один из кандидатов. Но в этом доме чаще всего царит небрежное отношение не только к предметам интерьера и другого, но и небрежное отношение к ученикам. Постоянно кто-то кого-то толкает, задевает, и это никак не контролируется. Не принимается мер. Дежурным классом большинство им наплевать. Они приходят сюда и даже не забывают о своих обязанностях дежурных на их неделе. Да, естественно, я тоже иногда бывает забываю об этих обязанностях. Но мы должны ценить каждого ученика, потому что ученики есть не что иное, как основа нашей школы, фундамент. Выбор зависит от вас. Ваш выбор – это выбор большинства. 11 декабря в школе прошли выборы президента местного самоуправления. По итогам выборов с большим перевесом победил Геннадий Зырянов. Он набрал 39 голосов. Давайте же дадим ему слово. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Большое спасибо за предоставленное слово. Я, конечно, удивлен тому, что я набрал достаточно большое количество голосов, фактически половину. И выражаю огромную благодарность тем людям, которые проголосовали за меня. Обещаю вам, что не подведу. На этом наш выпуск заканчивается. С вами было школьное телевидение, и я ее ведущий Анатолий Базарь.